Ассаламу алейкум, мәнім әлсән ватанларым. Здравствуйте, дорогие друзья и дорогие мои слушатели. Я буквально на днях встретил одну такую интересную информацию, и поэтому хотел сегодня поделиться с вами тоже об этом. Но информация такова, что сперва у меня, у самого вызвал этот такой смех, хотя я не военный человек, не разбираюсь в военных делах, но как человек разумный, мне стало смешно после такой информации, поэтому хотел, чтобы вы тоже об этом знали. Значит, есть такой товарищ Алексей Синицын, это он главный эксперт Американо-Азербайджанского фонда содействия прогрессу. Тот человек, значит, в своем интервью в средствах массовой информации сообщил такое сообщение, ссылаясь на какого-то Армена Хамбабаяна. Обратите внимание на его фамилию — Хамбабаян. Ой, извиняюсь, ребята, вы извините меня, я в последнее время простыл немножко. Если что-то не так, вы уж извините. Вот. Ссылаясь на этого Армена Хамбабаяна, он говорил такую вещь. Значит, этот товарищ Армен Хамбабаян через некоторые российские средства массовой информации, почему-то он через российские СМИ, наверное, в Армении ему не верят, поэтому он решил вот эту информацию сообщить через российские СМИ, сообщил такую информацию. Вот цитирую буквально его статью. Соединенные Штаты Америки передали Арцаху новейший модель автоматизированной разведывательной системы G4ISR. Благодаря этому армия обороны Нагорно-Карабахской республики получила возможность осуществлять наблюдение за позициями противника на большую глубину. Обратите внимание, он в статье, как он пишет, передали Арцаху, а в конце пишет, благодаря этому армия обороны Нагорно-Карабахской республики. Сами поняли, да? В чем фикус-пикус армянский. Сначала Арцах, а потом Нагорно-Карабахская республика. Но об этом я чуть попозже расскажу, что за система это. Ну, давайте я попробую вернуться немножко назад. 2016 год, апрель месяц, когда наши войска, как вы уже знаете, освободили несколько высот, в том числе и высоту Ля-Ля-Тепе, освободили село Талыш, около 2000 гектаров. Но дело в том, что после освобождения этих территорий, как вы все знаете, какая шумиха была в Армении, какой они шум подняли против России, что почему Россия, ОДКБ, там всякие и их друзья, типа, почему не помогли им. Ну, об этом тоже чуть позже. Я хочу просто сейчас отметить одну такую маленькую интересную деталь. Потому что в прошлом году, когда наши взяли Ля-Ля-Тепе, они постоянно твердили, их военные, что это не имеет никакого значения, эта высота никакого стратегического значения не имеет. Но постепенно они уже стали признавать, что да, если бы не имело это какое-то стратегическое значение, эта высота, то вы, товарищи армяне, когда взяли вот это Ля-Ля-Тепе, вы, наверное, знаете, что вы там уложили 400 своих фиданчиков. Если эта высота не нужна была, почему надо было столько потерять свою живой силы, да? Ну, об этом говорили наши ребята, и об этом везде всюду есть. Но интересно, что они, когда взяли эту высоту, потеряли около 400 своих фиданчиков. А наши взяли это Ля-Ля-Тепе в течение 40 минут. Понимаете? И с маленькими человеческими потерями. Я вот слушал интервью даже одного нашего полковника-лейтенанта, не буду назвать его фамилию, который сам непосредственно участвовал в этой операции. Он рассказывал, как у них не солдаты. Солдаты, они давным-давно убежали, говорят, там.
кого там убили, убили, остальные там убежали. Офицеры, которые вот попали к нашим, как они умоляли, чтобы их не убивали. Они как орали, кричали, что мы сдаемся, не убивайте нас, понимаете? Это надо было вот в то время снимать камеры, ну тогда, наверное, возможности не было. Наши не сняли это. И тем более мы не любим такие вещи показывать, как армяне это делают там. Хотя у них все получается как фикция, да? Даже буквально вчера, по-моему, наш товарищ Джан Топор, наш брат, в своем канале разместил, значит, один материал такой. Наш один боец там в то время, когда 90-е годы воевали, гедабекский, один наш парень, Натик Касумов. Я про него хорошо знаю, потому что у меня один есть сокурсник из Гедабека, мы с ним семейно дружим. Об этом я давно знал. Ну, спасибо нашему Джан Топору, что вчера выставил этот материал. Вы понимаете, в то время, когда вот шла война, армяне одного человека, одного нашего вот этого Натига, в течение 5 суток не смогли сломить. Он в течение 5 суток там без еды, без воды сидел один. Армяне вынуждены были уже привезти туда 22 этих беженцев из Хаджавы, чтобы обменять его на их, на этого Натига. Понимаете? Сегодня, когда вот в YouTube-пространстве наши YouTube-герои, я имею в виду с той стороны наши оппоненты, начинают выдавать себя, что они, какие они там бойцы, какие они там фидаинчики, да? Есть факты, которые мы даже не показываем их сегодня. Придет время, мы покажем, кто как воевал. Ну, ясное дело, что в то время дядя Ваня был с вами рядом. Вот в прошлом году, в апреле, его не было. Дяди Вани рядом не было. Вы видели, что получился-то? Вот поэтому-то после такого поражения, хотя они до сих пор не признают, что они проиграли вот этот бой. Я это называю боем. Это не война была. Это просто бой. Вы посмотрите, сколько у них там, весь почти руководящий состав Министерства обороны уволили. Ушли в отставку. Убрали их. Ребята, такое не бывает. Если бы вы добились успеха там, в той операции, ну, тогда надо было этих генералов там всех поощрять. Наградить надо было. А почему все ушли, всех выгнали вообще из Министерства обороны? Ну, дело тоже не в этом. Дело в том, что когда вот эти события произошли в апреле, вы на самом деле обиделись на русских. В Армении, там, в Ереване, наверное, помните, какие митинги прошли там, они как стали закидывать там российское посольство яйцами, помидорами, все. А тут дядя Ваня, чтобы вас не обидеть, и хотя бы как-то успокоить население Армении, они передали вам для показухи на параде этих своих ракетных комплексов «Искандер-М», да? И они показали на параде, успокоились. Вот у нас есть «Искандеры». Даже у них смешно, знаете что, на президентском уровне, на высшем уровне президент выступал. Как-то вот говорил, что если что, мы, значит, примем эти комплексы «Искандер-М». Слушай, даже каждому дураку ясно, что эти комплексы не ваши, не армянские они. Они находятся сейчас на базе ГУМРИ, российской военной базе. Это имущество Российской Федерации. Это все знают. Да ладно, черт с вами. Искандеры пусть будут ваши. Мы будем считать, что Искандеры ваши. Хотя против Искандеров у нас есть уже чем ответить. Дело не в этом. И второй такой интерес, вторая такая информация, вот, что типа Соединенные Штаты Америки передали Арцаху вот такую систему. Ой, извиняюсь. Знаете, дело в том, что тут не только армяне, вот население Армении верят этому.
Даже простые обыватели верят, что на самом деле, может быть, вот есть такая система, и Соединенные Штаты Америки передали их Арцаху. Даже простые обыватели, я говорю, простые незнакомые люди верят вот такую галиматью. Им невдомек, что нет никакой модели системы G4ASR. Это одна из крайне дорогостоящих технологий такой сетоцентрической войны. Сейчас объясню, что это такое. Концепция, которая разработана в Соединенных Штатах и в НАТО. Это как-то его, вот G4ASR, это аббревиатура английская. Если его перевести на русский язык, получается так вот в переводе. Управление, контроль, связь, сбор и компьютерная обработка информации, наблюдение и разведка. Это как-то, как-то его образно называть нервом НАТО. Извиняюсь. Почему разработана эта система? Вот по мнению экспертов, страны-членов НАТО, часто они сталкиваются с проблемами при формировании стратегии организации связи между космическими системами, наземными подразделениями, морскими силами и различными авиационными платформами. Так что вот, вот эта система, вот этот модель, это тот оперативный нерв, который цементирует силы НАТО. Она, я еще раз повторяю, что очень дорогостоящая система. Из-за этого, понимаете, до сих пор, после разработки этой системы, три государства всего-навсего в Европе. Это Германия, Англия, Великобритания и Франция только применяют эту систему. А Норвегия и Голландия, у них еще вот эта система находится на стадии разработки. Они еще полностью не применили эту систему. А страны Восточной Европы вообще, они там в списке, знаете, в каком месте? Ну, это постепенно они снабжают этой системой. Имеется в виду членов НАТО, тех государств. Почему? Почему так долго? Потому что, я опять же повторяю, что это очень дорогостоящая система. Но откуда такая система вдруг оказалась даже не в Армении, а в Нагорном Карабахе, в Арцахе? Вы, ребята, такой информации верите или нет? Мы же сколько раз смотрели, чем они охраняются там в Арцахе. У них там в виде сигнализации там консервные банки. Недавно у них такой умный командос, называют они. Генерал вышел и сказал, что там нашел такой хороший способ, как обороняться, значит, от летательных аппаратов. Фольгой. Стратегический такой продукт у них появился. Понимаете, страна в таком состоянии находится, что даже не в состоянии обеспечить свою армию обыкновенными, хотя бы повседневными сегодняшними вот приборами наблюдения, там, защиты или что-то там. Применяют там какие-то там заржавеющие консервные банки, типа сигнализации, все. И вдруг у них оказалась вот такая космическая система, понимаете? Вот, вот вам смешно от этого или нет? Мне смешно. Лично мне смешно стало, что это уже блеф, настоящий блеф. Во-первых, у Армении нет столько денег, чтобы купить такую систему. Если бы были бы такие деньги, мы давным-давно бы купили, наверное, у нас денег много, чем у армии, правильно? Мы же пока не говорим, что у нас есть такая система. И у них вдруг, я же опять повторяю, что это не в Армении, в самой, если бы сказали в самой Армении, это еще можно было подумать, что да, может у них, они нашли там через своих этих лоббистов, там все-таки нашли эти, такую сумму денег. Но это очень дорого стоит. Насчет лоббистов, я недавно прочитал одну статью, там одного, у них там поймали этого, как его, типа контрабандиста, там он торговал оружием,
переправлял там с Америки в Армению. Его поймали, полиция поймала, потом его отпустили из-за того, что у него всего-навсего было перепродано вот это оружие, знаете, на 50 тысяч долларов всего-навсего. Какие-то там биноклы, миноклы, там резинки, мезинки, всякие вот такие штучки. Так что, ребята, давайте не будем обманывать самого себя. Блефуйте, блефуйте. Нам пофигу все это. Самое главное, что мы знаем, чем мы занимаемся. И еще хочу в конце, в самом конце ответить на такой вопрос, потому что этот вопрос очень часто задают наши YouTube-герои, фиданчики с той стороны. Постоянно этот вопрос задают, что если у вас такая сильная армия, если у вас такое оружие, значит, накопилось, ну давайте, нападайте, нападайте, давайте, давайте. Во-первых, хочу сказать, что когда мы будем нападать, вы об этом не будете знать. Мы не по вашей просьбе будем нападать. Во-вторых, всему есть свое время, ребята. Есть у нас кое-какие дела. Есть кое-какие у нас недоработки. Я имею в виду в военном смысле этого слова. Вот когда мы все... Есть у нас... И если даже закончим все эти дела, есть еще вопрос политический, который еще до конца не решен. Вот когда мы решим все эти вопросы в общей сумме, полностью, вот тогда вы даже не почувствуете, вы даже не узнаете, как мы нападем и в каком состоянии вы окажетесь. И такие фидаинчики, которые тут вещают с той стороны, этот, как его зовут-то, агент 0 какой-то там, 69, 70, 80, я не знаю, что типа он такой воин, да? Он думает, что как в 90-е годы. Возьмем вот эти охотничьи винтовки и пойдем Арцах освобождать. И тот еще показал тот раз свой палец. Слушай, Такие пальцы в сегодняшней войне, которую мы завяжем, они не нужны будут тебе. Имей в виду, ты еще находишься в 90-х годах. Ты еще не дорос до сегодняшнего дня. Ты не знаешь, чем оснащена наша армия, и как мы будем воевать, и какую войну мы будем вести с вами. Так что... блефуйте, успокаивайте себе нервы. Пускай Сержик там успокаивает вас, потому что ему нужно сидеть еще долго на этом кресле. Потому что если кресло отнимут, ему уже хана, кирдык будет ему. Так что вы блефуйте, а мы будем заниматься своими делами. А когда наступит этот день, что мы придем к Карабах, это вы в скором времени узнаете. Так что не волнуйтесь, не торопитесь и не торопите нас, хотя мы вас слушать не будем. Это не 90-е годы. Теперь у нас совсем другое руководство, другое, совершенно другое правительство и другие, совершенно другие политической обстановки в мире. Вот вы в скором времени все об этом узнаете. Только я чувствую, что вы будете очень жалеть, что мы вас не предупреждали. У меня все, ребята. До свидания. До новых встреч.